Никаких декораций, никакого бюджета. В первом подвернувшемся дворике рядом с домом бабушки Марии Герасимовны Федул Жадный снимает свой первый клип и готовится в первый тур по 19 городам России. Пускай кого-то любит, Оксана или Оля, а мне приятней быть в объятиях алкоголя. Пускай кого-то любит, Оксана или Оля, а мне приятней быть в объятиях алкоголя. С 8 лет он живет у меня. Я говорю, ты хоть знаешь, что такое Федул? Ты вот сказал, Федул какого-то взял, Федул. А что такое Федул в переводе на русский язык? Он говорит, да нет, не знаю. Я говорю, Федул — это раб Божий. Да. Дула — это раб по-гречески. А Феос, Теос, Бог. Феодул. Раб Божий. Почему Максим горький, он горький, вот Демьян бедный, бедный, а вот Федул он жадный. Ну, может быть, там вот, когда вот мы на каких-то пьянках сидим, то есть вот там кто-то там отказывается от водки, допустим, вот, я говорю, ну-ка давай сюда, там прям, опа, вот. Ну да, алкоголь мне нравится. Мария Герасимовна – дочка царского офицера. Воспитание получила приличное. Внука воспитывала соответственно. Читала маленькому Паше сказки, просила дружить только с мальчиками из приличных семей и носить из школы хорошие отметки. Паша был послушным внуком, пожелания бабушки выполнял. И быть бы ему менеджером среднего звена. Но в 87-м году бабушка не уследила. Увидел мальчонка в программе «Взгляд» группы «Аукцион». Вопрос, кем быть, отпал. Самый первый выход был, когда мне было 15 лет. Была группа с Кубером Янсом, мы выступали во Дворце пионеров из Советского района. Стиль тот же самый был абсолютно. Годы прошли, а стилистика, она осталась. Я ему все время говорю, что тебе такой карьеры не сделать. Я ему говорю, потому что голоса у тебя нет. Вот. И ты на очень многое не рассчитывай. Ну, потому что если человек очень увлечен, рассчитывает, а потом падать тяжело. А чтобы он не падал так вот резко, а я его подготавливаю. Он же не Басков, чтобы с таким голосом быть. Ну, у нее всю дорогу, да, она там говорит, там, в рок-музыку, когда я первый раз там начал там заниматься, она говорит, да, не все наркоманы, типа того, что не занимайся этим. Вот, потом, да у тебя же ни слуха, ни голоса нет, вот, какого-то Баскова мне постоянно в пример там приводят, что вот, вот у него голос, а у тебя что, это голос, что надрываешься, там наизнанку выворачиваешься и все. Вот это то, что она мне постоянно говорила, говорит и говорить будет. Насчет голоса эта бабушка надвое сказала. Подумаешь, голосом не вышел. На российской поп-сцене этим никого не удивишь. Да, он не Баскова. Он другой. Кстати, тенор Коля все больше в небольших звукозаписывающих компаниях альбомы выпускает. А басовитый голос раба Божьего Федула одна из крупнейших звукозаписывающих компаний «Мистерия звука» отметила. Дебютный альбом с названием «Рожи, рожи, рожи» вышел в июле. Потом из клубов была вечерина, освещал вечерину ключ. А я всю ночь на горешках искал от квартиры ключ. В одном из клубов была вечерина, освещал вечерину О. А я недавно ночевал под Кировским мостом. Я не знаю, как насчет этого продюсер смотрит. Я занимаюсь тем, что мне нравится. Вот. Изначально это делалось не для того, чтобы занять какую-то нишу. Вот. Я об этом не думал, если честно. Вот. Я занимался, потому что вот меня так прет. Вот мне нравится так себя вести, вот мне нравится вот подобным образом петь, вот, и подобные вот стихи сочинять. Рожи, рожи, рожи! Сколько знакомых рож! Клубы, клубы, клубы! Тусуется молодежь!
Ну вот почему собирается столько огромное количество народу, что не концерт, то толпа приходит? Ну, потому что, как бы, по телевизору такого я точно не видел, по радио такого я точно не слышал, вот, это без всякой похвальбы самому себе, то есть это реально, просто я говорю, что просто если нигде это не увидишь, это как паноптику, то приходишь там посмотреть на, о, уродцы прыгают какие-то, здорово же, еще что-то там орут, поют, и там непонятно что, это классно, мне очень нравится. Он сказал, мы богема. Ну, богема всегда была. Кто-то должен быть и богемой. Богема тоже. Я ему говорю, ну, не совсем богема. Все-таки богема появилась в Париже. Жили они на чердаках. Правда, и плохо жили материально. Но потом из них какие получались писатели, поэты. Ну, а вы там так себе... Прощайте, тесные клубы Самары. Привет звериному оскалу большого шоу-бизнеса. Маргинальному самарскому карикатуристу их трудности и их нравы нипочем. Пока выступал на танцплощадках в отдаленных районах города и не такое видел. Пока не звезда. Раб Божий Федул медленно, но верно, не превышая скорость, движется к славе. Я не уверен в успехе, я просто натыкался на такие концерты, когда меня закидывали пустыми бутылками, стеклянными из-под пива. Слава богу, жив остался. Просто пьяная толпа, быдло какое-то, я выступал, там полудискотека была, полу там еще что-то, вот там бамс, бутылка бамс, вторая, третья полетела там. Вот. Причем люди, наверное, через 5 минут уже забыли о том, что они бутылками кидались. То есть я насмотрелся всего того, что вот ты сейчас доигрываешь песню, а там уже люди стоят там с битами, там сейчас вот спустишься и, короче, тебя отмахают до такой степени, что ты там потом не то что петь, разговаривать ты не сможешь. То есть меня вообще ничего не пугает, абсолютно.